Будем сейчас завтракать, да? Тетя Веры, сейчас поедем. Пойди сразу, кинь 30, вон подвисами садочек. Будем священное сало, яйца. Так давай чокнемся лоб об лоб. Давай, она. У кого выдержит, да? Да. Давай яйца тогда. Давай я себе буду выбирать, ты себе, да? Давай. Давай только из вот этих, да, не ну, из... Понятно, что. Жопками? Что, загадываем? Давай. На что? На желание. Не на! Женщина на желание. Ну, просто про кукарик. Кукарику! И у тебя треснуло, нет? Нет. А у меня прям вообще в смятку. Это годами вытачивал это специально. Так, раз и экран весь. И ты будешь спать? Да, 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 вот. Разбуди свое утро. Нет, надо вот жопкой вот так держи. Давай, тюкай. Давай. Все, ты проиграл. Кукарекай, кукареку. Кукареку, пошлите кушать. Кто следующий? Это счастливое яйцо, да? Раз, два. Папа выиграл! Да блин, дай! Ну вот сюда складываешь. Антоша где? Антоша! Мне. Стукаться, кто выиграл? Нет, от от остреньких. Во! Давай. Тюкай папу сильно. Бей. А, гля, какое яйцо попалось, да? Настоящее? Так, так, об ну голову другой стороной. Переверни. А ну. Ты что, об голову хочешь? Антон Сергеевич, все, ты все, чё? Все, все. Все, берем. Ой. Теперь надо... Папа, ну ты всем это показал. А у меня папаня такие, это все. Мы до родителей приехали. Да. Тут как красиво у них одуванчиков, целая полянка. И сирень уже начинает расцветать. Афанасий, пошли дедушке говорить хрень. Поменялись. Она мне дала попробовать, честно. Мне она невкусная. Ну, понятно. Поверь мне. Я тебе верю, но я вот так хотела. Я бабушка котика. Она тебе по WhatsApp скинет. Да. Крошки? Да. Да нет, в следующий раз я тебе и шубку буду скидывать, а крошку. Может, мамулины басочки. Афонечка, что ты хочешь? Давай, стучи. Ай! Так ты сильнее, сынок, никто же так не любит. Ай! Бабуля, бабушка выиграла, да? Кушать, садись, кушать. Афань, ну что, кто выиграл? Я выиграл, ты тогда выиграл. Я выиграл. У меня яйцо не разбито, я бабушку выиграл, я Афоня. Самое прочное яйцо в мире. Мы с Афоней сейчас идем куда? Куда идем, скажи? До дедушки Люни мы уже сходили, до башки Люди, да? Так, все, мы домой, да, Афонечка? Поднимай только, поднимай пакетик и пошли. Да? Все, мы сейчас ждем тетю Аню и поедем, да? Да, и так, поедем. Так, а тут какие-то нам вкусняшки. Сосочки. Сосочки? Я думаю, мне кажется, это желе какое-то. Ну, сейчас откроем посмотрим. Давай я открою. Все, мы приехали на природу. Это что, такой суп ваш был? Да. Гриша кидает подкорм. Только близко, Антон, чтобы ты ноги не намочил, хорошо? Сейчас наконец-то нам палатка пригодилась. Ну еще пока не пригодилась. Надеемся, что пригодится. Да ладно! Пикник, да? Помогать, пап? Или тут один человек может справиться? Она, в принципе, не тяжелая. Палатка почти готова. Рулька в пиве. Капуста тушеная. Так, Гриша у нас рыбак. Уже удочку закинул? Или ты ее уже убрал? Я это закинул. Закинул? Ааа, вкусно пахнет.
понимаешь. Ну, год этот всего седоком. Там уж мелисуны или какой-то, а вот это зира или это что? Ну да, да, это, наверное, зира, да? Атмин. И куркуму это, да? Нет, куркумы нет. А что вот у тебя было раньше? Ну вот эти кусочки, что же, кинешь уже. Тут мелисуны или тмин оранжевый. В воде просто соль было вкусно, но с приправами, да? В воде-то, блин. А жены тоже вообще-то будут это есть, и от них тоже будут. Ждем, да? Хотел сесть, он так. Как я вовремя пришла, рыбу поймали. А Фоня, осторожненько, осторожно, удочка, ты сейчас запутаешься, сынок. А что за, красноперка или что? А вот садок. Антош, подавай папе садок. Я хочу. Вон тоже кто-то на рыбалку приехал. Походи твой чемоданчик. Давай. Антоша, принеси прицепы. Так и еще, ну да, да, да. И вон еще. Подожди ты, глянь, ну тихо. А никто не видит, а понял. Ему-то не дают. Афонь, подожди, там еще не клюют. А что ты так близко? Может подальше закидывать? Все, хватит, вода холодная. Есть червяк, ком? Закипело уже. Потихоньку закипело. Не рыбу. Ты увидел рыбу, Афонечка? Ну сейчас надо тихонько, да, то мы так орём. Пусть тихо. Рыба привыкает. О, родня еще приехала. Марго, не нырни только, там вода. Подальше отходи, иди, Марго. Иди сюда, назад вернись, Марго. Я плавала. Пусть она поплавает. И Серега рыбу поймал, Серова. Ты рад, Сереж? Так что ты давай, Гриша, нацепляй на это. Так куда ты? Серый, подожди, аккуратно. Гриша, положи червяка ему на цепи. Помоги ему, Гриш. Я тоже хочу. Нормально, человек. Чтобы не было кончика видно. Мама, Жень, мама не трогай. Я поймал. Рыбу мне отдаю. Сереж, поймал. Ты их поймал, рыбку? Молодец. Да, я съем. Так вам уже пора аквариум заводить. Да. Дау, ты сам лови, дау. Как тут мухи облепили Ниву. Глянь, как мух тут вообще, глянь. Да, она ж нагрелась, теплая. Еще одну рыбу ты поймал, покажи. Да ты поймал? Да. А кто тебе помогал доставать, папа? Нет, первую он достал, а вторую я сам. Они сказали, я тебе... Ух. Беги ее в садок скорее, клади. Давайте в садок! Только не кричи, Зая. Поймали рыбу. Гриша, еще одну? Так на уху хватит нам? Пап, нам на уху там уже хватит? Я пошел еще чуть-чуть порыбачу. Иди порыбачь. Давай, еще две рыбки поймай, хорошо? Афанасий, может пойдем полежим? Да, глянь, на его глазеночки уже. Горит.
еще одна рыба. Она уже и сразу отцепилась. Да? Афонечка, иди сюда, сейчас Гриша будет ее закидывать. Это будет четвертая, да? Ну, вообще была еще одна, но Гриша ее упустил, да? А ты больше не добавлял, да? Вот это сколько и было шпива, да? Половина выкипела. А, ты сахар, да? Чтобы да, теперь чуть-чуть этого пива и сахара. Это будет соус, да? А чтобы оно, типа, наверное, закарамелизировалось, да? Корочка. Глянцево. Кладите, я думаю. Ружьячко бы сюда. Для капитально, да, откостить стало. Вот теперь мясом запахло, да? Да, вот сейчас запахло мясом. А где ты в интернете насмотрелся? Угу. Его, видишь, по покупке запечь. Он же полез в интернет, насмотрелся, сказал, не надо портить мою на костыре. Да, у нас же тоже рулька лежит еще. А он же одна, говорит, мало, надо еще купить. Я говорю, да я в морозилке, по-моему, видела, ты с дома еще привозил. Нашла еще одну рульку. Понятно. Пошли поспоменно, видишь? Чтоб мои дети Леника. Так жили, как мы. Классно. И твои дети с тобой. Таля, какая красота, да? Ай, пахнет так прикольно. Это еще будет тушеная капуста. Тушеная квашеная капуста. Лучше, самый лучший гарнир для рульки. Два лебеди вон плывут. Гляньте, как красиво. Как красиво. Папа! Папа, у меня зацепило. А у Гришки зацепилось. Да. Гнет, гнет удочку. Давай, Саня. Да. Это что-то затянуло, наверное, тебе. Ой! О. Это меня кто-то туда. Опа, а где это? Что? Красненькое сломалось. Наверное. Придание. Для поплыли обратно, да? Видишь, вот так вот бесплатно. Ну, потом помню. Поможешь, видишь, пускай. Главное, что приходит. Как красиво. Красиво. Так сломалось. Нужно когда дернул. А на другую. Нет, так я еще ловлю. Ля, поймал. Антоха, это на твою удочку? Да. Да, и она тут не горит, наверное, поэтому, да? Даже не шкварчит. Антошка еще одну рыбку поймал. Так ты сам увидел, что он тебя клюет и потянул? Он вышел, оп, оп, и я сразу тянул. Быстро, хоп-хоп. Тихо. Афоня мечется там. Афонечка. Это рыбаки. Ага, я тоже смотрю. А вон черненький, красная отломалась. Еще одну рыбу ты поймал. Это даже побольше, да, сынок? Вишня. Папа как на соли так ушат. М-м-м. Да, будет. Вот соленая рыбка. Одна большая у меня рыба. Ну иди, ложи. Еще ложи. Пап, а мой? Да, я в желтой шапке, как большой дуванчик. Да, мама большой дуван. Да, когда сейчас опять небо отражается. Это же утка так крякает. Ты что, это лягушки? А, я думала, это утка ты так крякает. Слышишь, ты меня пугаешь. Утки. Слышишь, это утки крякают. Ну, я все слышал. Когда яблони цветут, всем вечером. Надо всегда ловить на 7 рыбине, я понял. Да? Только долгим ловком стану. Тебе нравится на рыбалке, сынок? Угу, то ловлю. Раньше слышу, там рыбоплавок, что сделали. А что? Смотри, у тебя, по-моему, начинает или нет? Смотришь за ним, да? Вот какое дерево.
Это колючек, вот глянь, это же все колючки на дереве. Оп, я думала, их надо отмывать, их еще и отстирывать. Да-да-да. Ну, Афоня, а ну покажи, как ты. Ой, Афоня. Давай, быстренько, быстренько, как ты. Привет! Привет, сынок. Давай, 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 быстро. Ку-ку-ку-ку. Да. Мам, я отсюда прыгал на сено. Ну и как, тебе не страшно? Я спущусь. Иля! А ну покажи, как ты, маме, как ты туда запрыгивал? А ну, Афонь. Ой, боже мой. Вау, я себе даже венок сплела. Самое сложное было потом его связать травой. Плести вроде круто, а потом его связывать уже не так круто. Чего? Нет. Да, палатка нам сегодня и не понадобилась, но да? Но все равно ощущение палатки. Ощущение палатки было, да? Да. Вы сушите, и потом мы после поедят. Да-да, в прошлый раз мы тут взялись. Ну, Антоха больше всех, да? Давай. Кто больше всех? Ты больше всех, по-моему. Все, солим? Папа, а кто больше всех? Папа, кто больше всех? Поймал. Какая красота, уже закат. Сейчас будем венок выкидывать. Так, Афонь, сядь, пожалуйста. Мама, что, отужинала, думаешь? Ты видишь, он даже не плывет. Да, Сержиня говорит, он даже не плывет. А куда его, сынок? Что? А куда его девать? Так что... Не найдет суженый, венок не колышется. Не придется тебе со мной мучаться. Ну там недолго, лет 70 еще. Я тебе потом отпущу до любовника. Так что. Я согласна. Да, вот через 70 лет он должен тронуться. Лед тронул. Да ты гляди, как этот стоит. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.